кафедры лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациентке 17 лет. Дата исследования 5 ноября 2019 года. При МРТ головного мозга в аксиальной, корональной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга с разными типами ВИ. Очаговой патологии головного мозга не найдено. На уровне базальных ядер определяется единичное расширенное перивоскулярное пространство по ходу пенетрирующих сосудов. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 5,8 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патологии мозгово-мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. В проекции мозгово-мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметрично, не утолщены. Архитектоника мозга не нарушена. Придаточные пазухи носа свободны. Таким образом, патология головного мозга не выявлена. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В.